Добрый день. Nissan Pathfinder с объемом двигателя 3.5 2013 года. Этот автомобиль получил передние повреждения. Как мы видим, это вот отсутствие фар, они поломанные, левая. Основной удар пришелся в усилитель. Капот имеет минимальный вот тут вот загиб, но в целом он целый. Удар незначительный в этом автомобиле, он заводится, едет. По переднему бамперу вот такие минимальные дефекты, царапины, но он с виду он целый, только вот такая вот вмятинка. Заганим под капот. Работа двигателя отлично, без проблем. Все жидкости присутствуют. Диск и шины у автомобиля отличные, свежие. По дверям двери целые, но они шпаклеванные. Передняя и правая дверь уже крашеная. По безопасности автомобиля выстрелил водительский рулевой аэрбэк и ремень. Основная вся безопасность у автомобиля целая. Имеется сзади два DVD. Сиденья в хорошем состоянии, как новые. По задней части автомобиля все целое. Минимальные царапины. В салоне у нас лежат подкрыльник, фара. Она целая. Решетки имеют вот такой вот дефект. Вот так она целая. Следующая фара тоже у нас тут. С виду целая. Отличные фары. В подарок. Бери, собирай машину и продавай. Бампер имеет пару царапин. Шины все у этого автомобиля в хорошем состоянии, свежие шины. Двери целые, имеют только царапинки. Присутствуют такие вот пороги красивые. Крыло имеет вот такие вот царапины. Заглянем в салон, покажем пробег автомобиля. Ремень вот он не годится. Подушка. Все стеклоподъемники у автомобиля работают. На автомобиле у нас 94 тысячи майлов. Ошибок на моторе нету. Горит только лампочка аэрбэка. Отлично, все работает. Климат работает. И на этом все. 2013 год, Nissan Pathfinder.